Чините тебе его! What the dog doing? Я тебя не знаю.
Ой, кто-то за меня дверь. Выпил дверь. Слово дверь и слово смерть. Я вас знаю. Опа! Я нашел туалет, который ведет в другой туалет. А из этого туалета в другой туалет. И просто в туалет. Опа, подарочек. Что подарочек? Помогите мне уже! Зря я сюда пошел. Таня, помоги мне, Таня. Могу! Меня кот преследует. Блин, меня тоже. Помогите. Ты умер. Я полз такой. Опа! Закончилось. Это гель. У нас там вроде кнопка фонарика есть. Опа, специальный раунд. Карта становится темной. И сейчас ориентир. У меня есть тепловизор! Мой тепловизор сканировал то, что я в ловушке. Справа и слева на меня бежит. Там вентиляция. Ну, как бы играл, купил. Вентиляция не выбивается. Ха! Помогите. Ты умерла? Опа! А нет. С фонариком ты держишь рядом с растением. Тогда ты машина? Нет, я не ба-ба-ба. Да надоел ты уже, что ты ба-ба-ба-ба. Поняли мы, что ты меня. Я не вижу. Это же идеальное место. Здесь есть подъем. И можно смотреть, если кто, если что, то кто тебя заберет сюда. Я бегу с чувачками, потому что дому мне страшно. Тут темно. А, Марио! Как смешно! У меня лагает. Я не уберу. Экран полетел.
Короче, смотри, если я выиграю, то я тебя катаю в VR страшно и плохо. А если ты выиграешь? Ну? Там был там скала Джонсон. Ага, то-то это не скала Джонсон. Ну, мне показалось. То тогда... Если я выиграю, ты буду ждать 2 рубокса. Ну, если получится 2 рубокса хотя бы дать, то тогда... Ну хорошо. Не спрашивайте, что. Симулятор козла. Очень интересная игра. Советую. Там это. Очень круто ободаться. Еще постоянно язык высунут, если ты заказывал. И ну. Покупайте на консолях Xbox One, X, S. Погоди, ну что, прорекламировали игру случайно? Да. А нам за это не платили? Так, кто там ее создал? Платите нам! Вот, меня еще не достали. Они даже не додумались зайти на бот. Молодцы. Это что за звук? Игра. Хи-хи, has been down. До-до-до-до-до-до. Ребята, достаньте его, плиз. Кого, плиз? Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Играть нажимай. Играть. Хи-хи, he's been down. Опа. Я на горе. Я смотри, даже могу здесь. Посижу на краюшке. А, я тоже иду на гору. О, я выжил. Давай, если я сейчас... Ладно, давай, если я сейчас не выживу, быстро бежим на гору. Если я сейчас не выживу... Фёдор в любом случае выиграет, потому что он спустится же, а это не важно, потому что мы же с ним договаривались, если его достанут на горе. Bam. Thank you for that.
That was not medicine. Наверное, нет. Потому что я спрятался под мостом на пляжике. Прямо на шезлонге. Я просто взял и... Меня не достанут ни за что. Опа, костер. Подожди. Не, хочу, я хочу поменять свои условия, можно? Давай. Если я выберу какой-нибудь игру и That is not medicine. Я только упал. Помогите мне, кто-нибудь! Девочка, забыл подарки. Нет, только не подарки. Мне нужны подарки. Я просто стою и меня не убивают. Простите, ребята, что надел микрофон? Кстати, заметить, ням-кэт — это кот. Ням-кот. Опа, девочка, встречайте. Тащи её. Welcome to your final test. I'm Mr. Beast. We can scrap the yes, cause I'm... Она не спасается. Тащи. Она не спасается. Тащи её. Она не тащится. Тогда спаси. Ну, держи. Это немножко. Welcome to your final test. I'm Mr. Beast. We can scrap the yes, cause I've never missed a beat. You had to cut from honey under threat of a gun blast. When I had to cut from honey, that's another check that I'm gone. Cash, you're coming last. Number one is Jimmy LeDub. You have his hardly written. You're accomplice, cause you fought the goblins. They should have became the best. But the consequences that you got to live with is you paid their debt. So to pay your debt, I applaud you. Get into this game, you won't get rich. I'm like your mama, I'm dead sick. Welcome to your final test. I'm Mr. Beast. We can scrap the yes, cause I've never missed a beat. You had to cut from honey under threat of a gun blast. When I had to cut from honey, that's another check that I'm gone. Cash, you're coming last. Number one is Jimmy LeDuc.